Давай. Значит, первое. Смотрим. Вот это отключение и включение самого генератора. То есть вот так у нас генератор выключен, так генератор включен. Перед тем, как... То есть сначала нужно запустить двигатель, генератор должен быть отключен. Вот. Дальше. Значит, вот это вот сама кнопка как раз включения. Вот это сейчас у нас выключено, это включено. Включили. Генератор отключили. Теперь здесь. Ой. Сломали уже. Давай его завернем. Вот чё-то. Чуть-чуть подальше. Угу. Теперь смотрим здесь. Так, вот здесь. Вот это кран подачи топлива открыт-закрыт. Вот сейчас у нас на красненькой. Это закрыт. Вот это открыт. Теперь дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, чтобы его заводить, перед тем, как заводить. Все, дальше дергаем стартер. Тогда теперь, смотри, включаем сам генератор. Включили. Когда у нас пойдет нагрузка, открываем дроссельную заслонку, прибавляем обороты. То есть чем больше нагрузка, тем больше дроссельная заслонка должна быть открыта. То есть если мы даем, здесь у него номинальная мощность 2500, но это максимум, он должен работать максимум на 70%. То есть 1,5 кВт, ну максимум 2, но лучше 1,5. И дроссельную тогда открываем на полную уже. Все? Понял. Глушить как? Глушить так. Закрываем подачу топлива, чтобы у нас топливо не оставалось в карбюраторе. И он просто сам заглохнет. Ну или выключаем вот так. Генератор отключаем. Так, а розетку, получается, нагрузку розетка, сюда? Да, подключается вот сюда, да. То есть вот отсюда 220 выдается. Слушай, а это 12 вольт. Да, но это как бы... Слушай, уровень топлива... Уровень топлива вот, и сейчас он на минимуме. Слушай, заливать сюда просто смесь? Никакой смеси, или только чистый бензин. 95-й, да? 95-й или 98-й, да. Угу, ясно. Что там, муха, что ли?